Всем привет, друзья, подписчики и просто зрители моего канала. Добро пожаловать ко мне в гости. Сегодня хочу поделиться с вами покупками для дома. Давно не было такого видео на моем канале. Я лично такие видео просто обожаю, потому что не всегда в каждодневной суете, рутине хватает вдохновения для своего дома, для своего удовольствия. Иногда ты как-то теряешься в этих буднях и предпочитаешь вечером или пролистнуть страничку Инстаграм, или почитать книжку, что тоже, безусловно, хорошо, но все-таки вещи, которые окружают нас каждый день, безусловно, они очень важны. Они дарят нам радость, вдохновение, возможность находиться дома и получать от этого огромное удовольствие. Ведь это очень важно сейчас в наше время карантина и всяких остальных не очень приятных вещей. Посмотрите, какая у нас за окном сегодня пренеприятная серая погода, хотя некоторые деревья еще продолжают радовать красивым осенним убранством, но мне показалось, что сегодня это видео как нельзя кстати. Тем более в преддверии праздников, возможно, вы что-то возьмете себе на заметку. Начать хочу вот с этой миски, которая предназначена для расстойки хлеба. Это миска IKEA, если бы вы знали, сколько я за ней гонялась. Без преувеличения, несколько месяцев я не могла ее отследить, она появлялась, и не успевала я даже собраться ехать в IKEA, как она уже исчезала. Поэтому, можно сказать, добытая нелегким трудом, миска для расстойки хлеба. Она бамбуковая. У меня есть несколько рецептов проверенных годами хлеба, которые я выпекала раньше чаще в духовке, а потом вот меня переклинило на такой миске. Изначально один из рецептов как раз и предполагал такую миску для расстойки теста. Мне хотелось, чтобы хлебушек имел вот такой вид. Вы, наверное, встречали в магазине иногда буханку хлеба круглую, и которая такими полосочками. Вот это как раз хлебушек, который расстоен в такой миске. Как я уже сказала, один из рецептов предполагал вот такую расстойку. Этот рецепт взят из очень старой советской книги. Я не помню название, потому что рецепт я переписывала еще в библиотеке. И книга называлась, по-моему, то ли 100 рецептов выпечки, то ли 100 изделий хлеба. Ну вот что-то такое. Отличная миска, есть сверху такая тканная как бы основа, в которую можно потом положить кусочки хлеба, вот как на картинке нарисовано, либо накрыть сверху тесто, которое у вас растаивается. Я буду, конечно, пробовать, хочу выпекать. Этот рецепт очень простой, я хочу, чтобы можно было с вечера быстренько там за 5 минут замесить, все поставить, а утром проснуться и только хлебушек в духовку, и все готово. Конечно же, я поделюсь обязательно этим рецептом с вами. Я думаю, что хлеб будет еще вкуснее, чем он у меня получался раньше, просто без такой миски. Я, во всяком случае, почему-то наделила ее такими волшебными качествами. Надеюсь, она оправдает ожидания. Так что запасайтесь такой вот тарелкой. К счастью, ее можно приобрести в IKEA. Надеюсь, не так проблематично, как у нас в городе. Ее перед тем, как использовать, она требует определенной обработки. Вот здесь в книжке написано все, что нужно сделать. Я даже обработаю ее мукой трижды, ее нельзя потом мыть, ну, только по необходимости. Так что ждите, думаю, что в ближайшее время на моем канале появится рецепт. Очень легкий, простой, быстрый. Я уверена, что он вам полюбится. Домашнего свежего хлеба. Следующей моей покупкой стали бокалы для шампанского, хотя, признаюсь, мы их использовали не только для шампанского, настолько они приятные, настолько приятно их держать в руке. К сожалению, коробка не сохранилась, она была помята, я ее выкинула. Они небольшие, всего 120 миллилитров. Это Италия, хрусталь. Насколько я могу сделать вывод, хрусталь не очень высокого качества, но это не делает их менее прекрасными, потому что даже хрусталь не очень высокого качества, это все равно есть хрусталь, тот звук, который они издают, то тактильное ощущение, которое
они дарят рукам, это, конечно, они просто как льдинка. Во-первых, они прекрасно будут смотреться на летнем столе и освежать всю сервировку. И зимой тоже очень кстати, потому что они реально похожи на льдинку. В этом бокале вы не найдете ни одного шовчика, они полностью литые, даже если он где-то есть, то я его просто найти не смогла. Они очень красивые. Это достаточно толстое стекло, при этом они не тяжелые, но приятно увесистые. И этот рисунок, очень нежные веточки с лепестками, дают такую красивую фактуру бокалу. Он весь как будто бы ребристый, весь этот рисунок ощущается пальцами. Просто необыкновенно. Вот я даже потерялась, не могу найти слова, чтобы описать, насколько это приятная посуда. Можно сравнить с ледяной фигурой, которую высекают умельцы зимой. И вот по ощущениям этот бокал точно такой же в руках. Прекрасный бокал. Я очень-очень рада, что они у меня появились. Я когда увидела их, влюбилась с первого взгляда, поняла, что они должны быть у меня обязательно. Высокий, грациозный, нежный, торжественный. Все эти слова как нельзя лучше описывают вот этот бокал. И он поистине станет украшением моего стола, сервировки. Как он играет красиво в искусственном свете, это просто не передать словами. Я пыталась заснять, когда у дочери был день рождения, мы уже ими пользовались, но не получилось передать. Очень-очень красивые бокалы. Две тарелки. Купила я их на барахолке, они не новые, но в прекрасном состоянии, имеют буквально несколько незначительных следов использования. Тарелки большие, я думаю, здесь диаметр 27 сантиметров, я не измеряла. Необыкновенно красивого молочно-кофейного оттенка, практически белый, но вот этот молочный оттенок имеет не голубой подтон, а такой бежеватый. Прекрасно в своей лаконичности вот этот ободочек, просто бесподобный. Если бы их было 4, я бы взяла 4. Но их было 2, и я взяла их 2. Сейчас расскажу для чего. У меня есть 2 тарелки старые, которым уже больше 20 лет. Это люминарк. Я не раз признавалась в нелюбви к посуде люминарк, но в то время, пожалуй, это был единственный выбор на наших прилавках. Для чего я использовала эти тарелки? Я не ставила их никогда на стол, но использовала на кухне для для рабочих моментов. Например, обвалять в панировке там что-то или сложить обжаренное мясо, которое нужно будет дальше потом тушить. Ну, в общем, вот для таких вот технических мелочей на кухне. Они, конечно, выглядят уже не очень и поцарапанные. Я очень давно их хочу сменить, но ничего не попадалось, чтобы мне приглянулось. Как видите, они немножко такие, как бы с углублением, это очень удобно. Особенно, когда вот используешь для панировки, там, для муки и так далее, или для сухарей панировочных. А вот эти тарелки как раз тоже с таким углублением, и я думаю, что они станут достойной заменой этих тарелок. И, возможно, невозможно, думаю, точно, я даже буду их использовать и в сервировке стола, потому что они вот без преувеличения прекрасны. Еще 2 бесподобные тарелочки, которые я купила на барахолке. Они стали таким спонтанным решением, но просто не смогла пройти мимо. Это винтажные 2 тарелки. Вот это, я думаю, что про цвет ничего не надо говорить. Они в винтажном состоянии, есть какие-то погрешности, вот с обратной стороны небольшой скол. Хотя, возможно, это фабричные дефект, потому что сверху он как будто покрыт глазурью. И есть, конечно, некоторые следы использования, какие-то, может быть, небольшие, незначительные царапинки от приборов, но цвет у этой такой мисочки, салатницы, не знаю, как ее назвать, конфетницы, сухарницы,
просто бесподобный. Я никогда такого не встречала. Я не поклонница сельских рисунков на посуде, которые очень популярны в Англии. Никогда не было у меня такого стремления купить такую посуду или собрать такой вот сервиз, но мимо этой пройти не смогла. Она великолепна, великолепна. И в первую очередь, конечно, и качеством, несмотря на то, что тарелка винтажная, и вот этим цветом, как я сказала, такой индиго, просто бесподобный, камера все-таки скрадывает всю его прелесть. И вторая тарелочка тоже старенькая, 40-го года она, и сзади есть такие погрешности, знаете, это не скол, а вот старый фарфор имел такое свойство при соприкосновении с горячими, там, с кастрюлей или с чем-то горячим, вот оставались такие как ожоги на нем. Я часто очень встречаю на каких-то вот антикварных развалах, да, на барахолках, часто встречаю старую посуду, винтажную, которая вот с такими следами, что-то, ну, все-таки другой был и фарфор, и обработка. Ну, посмотрите на эту тарелку, это все мелочи жизни с обратной стороны, которые никто не видит, это не трещины, не сколы, она просто великолепна. Это такая нежность, эти птицы, этот потрясающий голубой цвет, необыкновенный, редкий очень оттенок, непростой, сложный голубой, и какая она вся фактурная, этот краешек, здесь не просто такой вот он рифленый, да, но и дальше идет как будто вот как сборочки по этому кантику. Это, конечно, необыкновенно. Я не знаю, сейчас такую посуду наверняка можно найти, но это будет стоить просто бешеных денег, а мне они достались за копейки. И вот эта маленькая мисочка тоже, краешек, вот он не просто волнистый, рифленый, такой структурный, да, а вот как будто дальше расходятся эти складки, как на ткани. Ну, это просто что-то необыкновенное. Я думаю, что я найду им достойное применение, и посмотрите, как прекрасно эта тарелка, вот глубокая, голубая, да, смотрится вот с этой достаточно современной тарелкой от Виллерой. Мне кажется, очень красиво. Вот бы такой сервиз, да, собрать небольшой, хотя бы на 4 персоны, на семью. Ну, вот такая красота. А следующая покупка – это новая вещь, это чайная пара. Вот я не помню, к сожалению, Чехия или Польша. Я просто привыкла, что в том магазине, где покупаю посуду, иногда там у них в основном Чехия, но вот это польская марка. Посмотрите, какая упаковка. Уже можно просто купить такую чайную пару и прийти к человеку в гости или на день рождения. Просто роскошно. Я была бы счастлива получить такой в подарок. Чем меня покорила эта чайная пара? Ну, во-первых, розами. Они настолько нежные, необыкновенные, с этими заломленными, завернутыми лепестками. Ну, просто восторг. Во-вторых, это костяной фарфор. И сейчас это фарфор уже, конечно, другого качества. Несмотря на всю тонкость, эта чашка не создает такого впечатления, что она прям вот упадет, и вы поставите ее неловко на стол, и она развалится, как у старого костяного фарфора. При этом она не потеряла своей тонкости, прозрачности, и ее настолько приятно держать в руках. И посмотрите, какой размер. Это такая внушительная чайная пара. Здесь большое блюдце. И чашечка, я думаю, что 220-240 миллилитров точно, а может быть даже и 260. Она очень большая и очень красивая. Она такая вся глянцевая, а по кругу идет золотой ободочек. Вот он на камеру почему-то выглядит таким оранжевато-бежевым, но на самом деле он золотой, просто матовый. И вот видно, эта матовость придает такое вот преломление цвета. Очень красивая, такая изящная в современном более таком исполнении, но я думаю, что через какое-то время, конечно же, это тоже станет винтажной чашкой, скажем так. И когда-то кто-то тоже, возможно, ей будет восхищаться, что вот какое было интересное решение сделать именно такой ободочек матовый. Знаете, изначально я рассматривала такую мысль, чтобы купить эту чашку в подарок, скоро праздники, это
просто великолепный такой самостоятельный подарок, но я думаю, что я оставлю ее себе, потому что я долго на нее смотрела, у нее немного была кусачая цена, и в один прекрасный день я зашла на сайт магазина и увидела, что она осталась одна единственная пара в одном магазине, и я поняла, что все. Я быстро собралась и практически перед самым закрытием забрала эту пару. Мне сделали скидку, как постоянной клиентке, небольшую, но все равно мелочи приятно. И вот эта чашка у меня, и я подумала, что, ну, наверное, грех будет ее кому-то подарить, иначе я буду ее всегда вспоминать. И послушайте, какой звук. Такой тонкий, звонкий, как колокольчик, как хрусталь, когда ударишь, и этот отголосок еще идет. Но вот представьте, в плохом настроении, с плохими новостями, хоть мирового масштаба, хоть в вашей личной жизни, с серой осенней погодой, вы приходите домой и наливаете чай в такую бесподобную пару. Это очень важно. Я знаю, что многие не умеют радовать себя такими мелочами, но это же настроение, это же стиль жизни. Обязательно, обязательно порадуйте себя какой-нибудь красотой. Ну вот, в общем-то, и все. Это все мои последние покупки для дома. Не собиралась вам показывать этот подсвечник. Я его поставила просто так, создать антураж для видео. Но вот почему-то сейчас решила показать. Этот подсвечник мы нашли с мужем на блошином рынке, на винтажных развалах, на антикварных, не знаю, как хотите, так и называйте. И он прекрасен. Вот я сейчас смотрю, но он настолько прекрасен, что я думаю, ну надо вам показать тоже. Я просто поражаюсь, ну как люди избавляются вот от таких вещей. Хотя, конечно, может быть, это, не знаю, может быть, какая-то бабушка или женщина пожилая, человека не стало, и дети не ценят пока таких вещей, может быть, им показалось, что не нужно. Это латунный подсвечник необыкновенного, такого, знаете, красивого, золотого оттенка, не кричащего, такой благородный. Он в отличном состоянии. Это английский подсвечник на 5 свечей. Мне кажется, он будет великолепно смотреться в любое время года, на любом празднике, хоть Новый год, хоть день рождения, он украсит ваш стол, сервировку, просто комнату, в которой проходит торжество. И эти изящные формы, все изгибы, муж его начистил, и он просто сверкает, как новенький. Здесь есть какие-то следы времени незначительные, но они только украшают еще больше этот подсвечник. Очень красивый. Я прям вот любую всем. Друзья, я благодарю всех, что посмотрели мое видео. Я надеюсь, что оно принесло вам только положительные эмоции, и вам захотелось себя окружить приятными вещами. Я постоянно это повторяю, что такими видео хочу смотивировать вас на что-то приятное, отвлечься от грустных мыслей, от каких-то проблем, особенно для женщин. Ведь от этого мы тоже берем энергию. Не только с положительных каких-то моментов в окружающей жизни, но и с тех моментов, которые мы создаем сами. Это очень важно, потому что, так устроен мир, что женщине в основном энергетически приходится подпитываться именно вот самой что-то создавать, чтобы из этого взять энергию. Вот таковы реалии нашей жизни. А женщина без энергии — это, конечно, такой сдутая такая тетка. Я благодарю вас еще раз, что смотрели мое видео. Я желаю всем счастья, крепкого здоровья. Берегите себя, пожалуйста. До новых встреч на моем канале.